Едва отгремела Великая Сталинградская битва, и немецкая армия возле Волги была уничтожена, наши кинооператоры приступили к съемкам, посвященным восстановлению героического города. Месяц за месяцем объектив киноаппарата следил за тем, что делалось в Сталинграде, начиная от первых движений жизни среди развалин и кончая первыми успехами людей, решивших возродить свой родной город. Сталинград был одним из самых богатых, самых благоустроенных городов нашей Родины. В этом городе жило более полумиллиона людей, и у каждого был свой родной дом, своя устроенная жизнь. Эти дома были школами, клиниками, гостиницами, театрами. Это был мирный город. Но когда враг подступил к нему, он каменной своей грудью встретил разбойничий натиск. Войдем же в город, каким он был после битвы. Памятником человеческого горя и великого героизма возвысились развалины Сталинграда. 160 суток, не утихая, здесь шел бой. Здесь фронт проходил по этажам домов. Здесь от штаба дивизии до переднего края было несколько сотен метров. Здесь, на узкой полосе земли вдоль Волги, встали советские люди и не ушли, хотя все говорило за то, что выстоять здесь невозможно. Они пили здесь в новогоднюю ночь за победу, и они победили. Здесь Россия остановила немцев. Пустынен был Сталинград после битвы. Среди трофеев была найдена немецкая кинохроника, в которой немцы засняли свой разбойничий поход. Так они били по нашему Сталинграду, безжалостно громя кварталы, полные женщин и детей. Они выпускали по 3000 бомбовозов на день. По 100 танков на километр фронта. Они хотели поработить нас. В этом они были уверены.
Но случилось иное. Полумертвые они хоронили своих мертвецов и волокли своих раненых по дорогам, по которым еще недавно шли сюда как победители. Плен, который они готовили нам, выпал им на долю. Нельзя было ни жить, ни работать в Сталинграде, пока город не был очищен от взрывчатых веществ. Около 1 200 000 мин обезвредили отважные советские минеры. Они расчистили путь для жителей, которые должны были вернуться сюда и которых ждал обезлюдевший город. Была весна. Трава пробивалась среди развалин. Жизнь возвращалась в искореченный город. Эти люди прошли и проехали сотни верст, чтобы вернуться в родные места. Чего не натерпелись они. Немногое удалось им спасти из своего имущества, но самое дорогое, их дети были с ними. Им предстояло первое время жить под открытым небом, спать на голой земле. Но это была своя земля и свое небо. В те дни Сталинград был городом встреч и часто самых неожиданных. Если бы родные этого гвардейца вернулись в город часом позже, они уже не застали бы его здесь, его часть уходила на запад. Успеют ли они за коротенький срок рассказать друг другу все, что случилось с ними за годы войны? Во время какого пожара, под какой бомбежкой был схоронен этот семейный сундук? Несколько семейств выбирали какое-нибудь место вблизи своих разрушенных домов и сносили туда уцелевшие имущества. Каждая тарелка, каждая ложка были драгоценны в этой пустыне. Сообща устраивали ночлег, сообща готовили пищу и вскоре принялись за общую большую работу. Несмотря на тяжелые условия, великий оптимизм царил в эти дни в Сталинграде. Ведь это были дни, когда над советской страной вставала победа. Победа началась именно здесь, и здесь же началось возрождение. Вот его первые шаги. Странно звучали в разрушенном городе разговоры, которые вели эти люди. Секретарь обкома партии товарищ Чуянов, руководители города и архитекторы, приехавшие из Москвы, обсуждали, каким должен стать Сталинград после восстановления. Они намечали новые площади и магистрали, определяли места новых парков и скверов. Казалось бы, тогда еще рано было думать о магистралях, ведь в городе не было даже и хлеба. Но, во-первых, такой уж обычай у большевиков – всегда смотреть вперед, а во-вторых, они думали и о хлебе. Хлеб был сложнейшей проблемой в те первые дни освобождения. Впрочем, все тогда было сложно и трудно. Не хватало рабочих рук, не было горючего для грузовиков, не говоря уже о том, что в городе были уничтожены все хлебозаводы и пекарни.
первый хлеб. Трудно было и с водой. Водопровод был разрушен, и добровольцы-водовозы развозили по городу воду, добываемую из колодцев. Сталинград возвращался в семью советских городов. Он хотел говорить с ними. Он хотел их слушать. Почта разбомблена, но почта работает. Есть даже почтальон, правда, пока единственный на весь город, но есть. В Сталинграде сгорело все, что могло гореть. По странной случайности спаслись от фашистского костра только книги. Но если бы и они сгорели, все равно не удалось бы немцам сжечь нашу культуру, как они того хотели. Она жива. Она пройдет сквозь развалины и сквозь пожарище войны и будет жить в нас и наших наследниках вопреки всем темным силам мира. В этом классе только две стены. В этой школе только одна учительница. Ей приходится сразу заниматься с несколькими возрастами. Но занятия идут. Они начались в первый же месяц после освобождения города. Пусть сквозняк забирается в тетрадки. Пусть насморк забирается в носы. Дети учатся, а значит, жизнь началась. Жизнь уже теплилась всюду. Она была очень трудна, но люди несли ее бремя, зная, что не они повинны в этих несчастьях. В свое время они выстроили себе город удобным и просторным. Они жили в высоких домах со светлыми лестницами, с комфортабельными квартирами. Ничего не сохранилось от этого. Где же остается жить, если более 2000 многоэтажных зданий уничтожили немцы? Более 80 тысяч домов, около сотни детских садов и яслей. 500 000 людей лишились жилья. Но эти люди были сталинградцы. Этот город был Сталинград. И здесь не в обычае терять мужество и бодрость.
Мощная промышленность Сталинграда была разрушена полностью. И хотя быт людей был еще не устроен, заводы стали предметом первых завод сталинградцев. Первенец пятилеток Сталинградской тракторной, один из самых совершенных заводов советской страны, был превращен немцами в развалины. Первые люди, которые возвратились сюда после битвы, были руководители завода. С трудом пробирались они по механосборочному цеху, где когда-то работало более 1000 первоклассных станков, и откуда каждый день выходило 150 новеньких тракторов знаменитой марки СТЗ. Кадровые рабочие возвращались на завод, но их было мало. И первая проблема, которую предстояло решить, была проблема рабочей силы. На тракторные приходили люди, никогда не работавшие. На заводе не было даже самого примитивного инструмента. И тогда старожилы стали раскапывать места, где когда-то находились инструментальные склады. Чтобы открыть доступ к цехам, приходилось разбирать завалы. Людей не хватало даже для этой работы, и ею занимались наряду с чернорабочими заводские инженеры. Освободить завод от обломков можно было только при помощи железнодорожного транспорта. Чтобы наливать в паровозы воду, сгромоздили на эстакаду железнодорожную цистерну. А первую энергию получили от танкового дизеля. И вот через 2,5 месяца после освобождения закрутился на тракторном первый станок. На заводе более или менее уцелел только один цех. И там тотчас же организовали сборку дизелей из найденных под завалами деталей. Это было важно не только потому, что на фронт пошли новые танковые моторы, но и потому, что это подняло дух людей, которые почувствовали, что даже среди развалин они делают важное дело для страны. Первые месяцы не было возможности работать в цехах, и рабочие принялись ремонтировать танки на открытом воздухе. Когда немного расчистили хлам, начали сборку целой колонны танков. Однако это было только начало. Развернуть восстановление завода в полном объеме было невозможно, так как не хватало рабочих. Тракторный лежал разбитый и тихий и ждал, когда придет к нему помощь. И помощь пришла. Это была молодежь. 15 тысяч юношей и девушек, приехавших со всех концов страны, чтобы возродить Сталинград. Как во времена первой пятилетки руками молодых был воздвигнут тракторный гигант, так сейчас ему предстояло воскреснуть тоже благодаря усилиям молодежи. Это город, это город.
И вот они приехали. Они оставили родной дом, привычную работу, любимую учебу. Куда они попали? Где они будут жить? И там, откуда только что ушла армия войны, поселилась армия восстановления. Так началась новая жизнь у этой молодежи. Так начался новый этап истории тракторного гиганта. Молодежь впервые брала в руки строительный инструмент. Все эти люди занимались раньше совсем другим делом. Катя Ушакова и Аня Новокшонова только что окончили десятилетку. Рая Керова работала воспитательницей. Елена Козлова заведовала универмагом. А их бригадир Аня Макеева была сельским агрономом. Дорогие мои подружки, что скрывать? За день мы здорово устаем, руки огрубели, жара, грохот, пылище. А мы стиснем зубы, ничего не слышим. Работа горит в руках. Так писала комсомолка Тося Петрова из Сталинграда. Цеха возникали из развалин, но в них не было оборудования. Немцы сожгли, расстреляли все станки тракторного гиганта. И теперь они были годны только в лом, мартен, в переплав. А что, если не в мартен? Ведь есть на заводе замечательные механики, мастера, о которых говорят, что дай им топор в руки, они и часы подчинят. В ремонт. В санаторий к инженеру Аникееву. И вот собирается консилиум. Эти хирурги с юности на заводе. Они знают каждый нерв, каждый мускул любого агрегата. У раненого станка все шестерни побиты, все подшипники погорели, вся гидравлика прострелена. И все-таки он будет жить. Через неделю он войдет в строй, хотя для этого хирургам придется спать по 4 часа в сутки. С
Сотни станков, искалеченных немцами, были воскрешены из мертвых искусством механиков тракторного завода. Для страны трудом скромных героев техники. Сталинграду не надо было обращаться к стране с призывом о поддержке. Весть о его освобождении и о его разрушениях отозвалась повсеместно. Едва были починены железнодорожные пути возле Сталинграда, как со всех концов страны пошли поезда с подарками городу-герою. Везде люди считали своим радостным долгом поработать для сталинградцев. Сверхурочные часы, выходные дни, предприятия страны готовили сверхплановую продукцию, чтобы отправить ее в Сталинград. Раненый город принимал помощь как знак любви, благодарности и заботы о себе всего советского народа. Знаменитый машинист Лунин привел эшелон угля, который он купил на собственные средства. С подарками от саратовцев приехал знатный колхозник Ферапонт Головатый. Республики Средней Азии, Туркмения, Узбекистан присылали сталинградцам дары своего горячего солнца и своей дружбы. По железным дорогам и по Волге шла всенародная помощь Сталинграду. Много было посылок, предназначенных для детей, родители которых погибли, защищая Сталинград. Пришел материал особенно драгоценный, ведь во всем городе не осталось ни одного стекла. Первое, что следовало восстановить, была электростанция. Без энергии нельзя было ни строить, ни жить. 400 фугасных бомб и около 1000 снарядов обрушили немцы на Сталинградскую ГЭС. Все свои силы направили сталинградцы на то, чтобы, возможно, скорее дать энергию городу и заводам. Славную историю трудовых подвигов сталинградцев возрождение ГЭС вошло как одна из замечательных побед. И хотя предстоял еще долгий и трудный путь, сталинградцы знали, что силы их велики и мужество неисчерпаемо. Первый первомайский праздник в освобожденном Сталинграде. Праздник труда, который пришел победить разрушение.
Сталинградцы поклялись, что так же, как они отстояли свой родной город от врага, так же они и отстроят его. Все, кто был в городе, кто был способен к труду, все вышли на строительные работы. Работница детского сада, жена фронтовика Александра Максимовна Черкасова, организовала бригаду из 18 женщин, которые после своей основной работы выходили на стройку. Они начали с восстановления дома Павлова. Мы решили работать здесь так, как сражались в этом доме герои-гвардейцы. Их светлый образ руководит нами, так писали черкасовцы в своем первом обращении к сталинградцам. Знамя черкасовского движения развивается сейчас не только над Сталинградом, но и над многими городами, пострадавшими от нашествия немцев. В самый разгар восстановительных работ ударили морозы. Снег завалил цеха, лишенные крыш. На станках разводили костры, чтобы обогревать обрабатываемые детали. Что касается снега, то он был тоже мобилизован. Снегом заменяли охлаждающую эмульсию, которая не была еще подведена к станкам. Из всех заводов Сталинграда особенно пострадал Красный Октябрь. Восстанавливать завод приехали уральцы. Люди хозяйственные и предусмотрительные, они привезли с собой все, что нужно для жизни, в том числе и дома. Такой дом в 16 квартир собирался в несколько дней, и в нем оставалось только выложить печи и вставить стекла. Яростный ветер, в стужу, на 15-метровой высоте, свердловские верхолазы устанавливали фермы, да еще улыбались при этом. Им холода не впервой. На Красном Октябре не было еще ни стен, ни дорог, когда среди развалин побежали уже первые паровозики. Они везли металлический лом в Мартен. Всего какой-нибудь год прошел после освобождения, а сталевары Красного Октября уже пустили 4 мартеновских печи. Вот первая сталь из тех печей, в которых во время боев сидели наши бойцы как кто-то. Этот цех был местом самых ожесточенных боев. И здесь же была одержана удивительная трудовая победа. Блюминг, самая мощная и сложная машина в металлургии, был восстановлен. И тысячи тонн качественного проката вновь начала получать страна от славного завода «Красный Октябрь». Вторую весну после немцев Сталинград встречал преображенным. За один год в городе многое изменилось.
Таких школ тысячи в нашей стране. Но вспомните, как выглядел этот же класс год назад. Каждый день газета приносила сталинградцам сообщения о новых трудовых успехах и о том, что слава боевых подвигов их героического города гремит по всему миру. В Англии по приказу короля был выкован почетный меч в дар Сталинграду. На мече написано на двух языках. Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа. От императора Эфиопии Хайле Селасия сталинградцам был прислан щит как символ того, что Сталинград защищал мир и независимость народов. Товарищу Сталину были вручены почетные грамоты от президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта для передачи гражданам Сталинграда и Ленинграда. В письме к товарищу Сталину президент писал: «Сталинград и Ленинград стали синонимом силы духа и стойкости, которые дали нам возможность сопротивляться». Прошло 16 месяцев с того дня, когда последний выстрел великого сражения прогремел над Волгой. Вы видели, что сделали со Сталинградом немцы. Теперь вы видите, что сделали с ним наши люди. Это не чудо, не сказка. Это правда. Так выглядит сталинградский тракторный гигант сегодня. В 14-ю годовщину пуска первенца пятилеток вновь двинулся и пошел большой конвейер СТЗ. В середине лета 1944 года с конвейера СТЗ сошел первый опытный трактор. Это было торжество труда и мужества. Но сталинградцы решили не превращать его в праздник. Это еще только начало, сказали они. Только первая проба сил. Полям страны нужен не один, не 10, а сотни тысяч тракторов. И мы добьемся этого, как бы ни было трудно. Каждый день новые станки входят в строй. Новые люди овладевают искусством тракторостроения. Все может сделать наш народ, когда речь идет о счастье родной страны. Молодой, молодежный завод растет возле Волги, и недалек тот час, когда он снова станет таким, каким был до войны. Пусть еще приходится жить как в походе, но это поход в счастливое будущее. Вот кончилась дневная смена. Наши знакомые, с которыми мы встречались на стройке, Аня Макеева, ее подруги, вернулись домой.
каждый день, когда заходит солнце, музыка начинает звенеть над Волгой. Таков уж обычай на СТЗ. На громадной площади перед заводом собирается молодежь, те самые парни и девушки, трудами которых поднимается из пепла новый Сталинград, возрождается красавец-завод. Сегодня они работали целый день. Завтра они будут работать ночь. Сейчас они свободны. На земле, отвоеванной у врага, в городе, вставшем из развалин, вновь торжествует жизнь и труд. Так будет везде, где гремели сражения, ибо силы народа неисчислимы, и любовь его к родине не имеет границ.